видео с финала всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который проходил в Твери. Наш Пермский край был отмечен в 4 номинациях. 13 проектов получили дипломы. Высокую оценку жюри получил березняковец Арсений Карипанов. Мастер занял 2 место в номинации «Сувенир города». Конкурс объединил творцов со всей страны. Когда таких людей собирается огромное количество, а там нас было представлено порядка 600 работ, мастеров было много, и эта энергетика потрясает, вдохновляет, заряжает, и после конкурса набираешься сил, идей и хочешь создавать что-то еще. Чтобы создавать что-то новое, необходима поддержка единомышленников. Именно поэтому накануне в историко-художественном музее имени Коновалова прошла важная встреча для всех мастеров города. Пряничное ремесло, изготовление кукол ручной работы, резьба по дереву. Теперь в Березняках появится объединение мастеров. Название «Березняки мастеровые», чтобы собрать всех мастеров города Березняки, города Усолья, чтобы представлять свой город и свое творчество на каких-то фестивалях, конкурсах, чтобы не каждый шел как бы от себя своей дорогой, а именно когда идет вместе командой. Как отмечают организаторы, в следующем году Пермь будет принимать финал юбилейной 10-й премии «Туристический сувенир», что даст новый импульс развитию сувенирной продукции в крае. Виктория Пеннер, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.